Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Королевство жуков». Такс, начать бой, прям сразу, вот так вот. Уровень первый, владение короля Карла. Начать бой. Король, отряд наших разведчиков обнаружил огромную армию жуков. Только этого нам не хватало. Что говорит разведка? Говорят, что силы их велики, и они готовы к атаке. Опыт и мудрость короля Анри нужны нам сейчас, как никогда раньше. Пресвятые муравейники, надеюсь, он все еще жив. Ваш отец был великим полководцем, и его исчезновение в день освоения волшебного дерева – трагедия для всего муравьиного королевства. С этого дня я в ответе за королевство. Объявляю боевую тревогу. Все по местам! Некоторые жуки ходят строем. Если убить главного в строю, формация распадется, и жуки начинают действовать самостоятельно. Ничего себе. Ваше Величество, у нас плохая новость. Ураган повредил наше орудие и технологии. Только часть из них восстановлена. Установите башни на самых больших камнях. Устроим сюрприз этим непрошенным гостям. Смотри, универсальная башня стреляет одиночным ядром. Особенно полезно против больших бронированных жуков, но бесполезно против воздушных целей. Ага. Скорострельная и недорогая башня предназначена для стрельбы по мелким жукам. Особенно полезна против различных летунов. Так, ну что, построить башню. Давай, наверное, вот эту сюда поставим. Сюда вот эту вот. Такс, ну что, начать бой. Так, это жизни Карла, это шестеренки для постройки башен, индикатор волн, пауза и ускорение. Сейчас посмотрим, блин. Бегут на нас жуки, посмотри. Торопыги несчастные. Они ватники. Жуки, ребята, ватники. Так, сколько нам? 60, да? Подсказка. Очень застенчивое, трусливое и слабое существо, способно пролетать на большие расстояния, но пользуется этим только когда рядом гибнет большой жук. Ага. Нифига там. Чувак, с такой. Блин, то вот эти вот гады сейчас будут. На тебе. Расстреливают. Такая офигенная пушка, да? Блин, всего 47. Мне не хватает, ребята, что-то прокачать. Так, а вот там большой жук, по-моему, ребят, ползет. Карл, а ты что-нибудь можешь делать, нет? На тебе. Жучара, ты несчастный. Следующая волна. Так, сколько у меня? 121 монета. Совсем другое дело. Так вот я сделаю. Будем их расстреливать здесь. Можно ускориться, кстати. Ага. Вот так, еще поставлю сюда. Так, сколько там еще волн-то осталось у нас? Не могу пока понять. Ага, две. Куда ты побежал? Разогнал. Ё-моё. Слушай, тут их как-то многовато. Разбомбили. Так, надо замедлиться нафиг. Так, если я сюда поставлю вот эту вот. Она и не досеет до туда, во-первых. Так, ускоряемся. Вызываем. Да ну, лопухи. Такс. Вот тут их дофигища, ребята. А я могу улучшать-то как-то? Нет? Карл. А, у нас еще, оказывается, тут заборчик вот этот вот. Видишь, синенький? То есть они его должны ломать.
прежде чем попасть к нам. Понятно. Блин, соточка. Опа. Смотри, кто к нам ползет. Жук. Огромный жук. Ребята, огромный жук к нам ползет. Я надеюсь, мы с ним справимся. Да, справимся. На ты, размазня. Слушай команду. Всем сбросить хитиновые панцири и перегруппироваться. Уходим. Следуйте за мной. Отлично, ребята. Мой муравьишка победил. Супер. Отлично. Так. Мы идем с тобой дальше. У нас тут написано «Вернись в муравейник». А зачем? Ух ты, улучшение башни. О, нифига мы тут. Так, улучшение башни. Ну давай. Ох, ё. Так, сбросить улучшение бесплатно, купить улучшение. Конечно, купить. Только вот для чего? Давай вот, наверное... Ага, один самоцветик, да, стоит? Купить улучшение башни одного типа в муравейнике. А вот это что дает? Дальность 15%. Понял. Тут только лишь... Ага, скорострельность. Длительность замедления. А вот это радиус взрыва 10%. Хочу радиус взрыва купить. Все. Готово. Что-то у нас тут какие-то монетки. А это достижение. Понял. Здесь граната антижук. Это ловушка. Действенный метод защиты от большого количества врагов средней силы. Простая и легкая в использовании технология. Ну, пока ничего не могу здесь сделать. Так же, как и в кузне, наверное, да? Нет, доспехи. И... 130 монет. У меня всего 100. Подожди, 45, можно улучшить. Ребята, купить новую броню королю. Нифига, тут такой. А вот она, живая изгородь. Вот сейчас, в данный момент, у нас вот это вот стоит. Давай, наверное, вот это вот возьмем. В этом заборе используются травинки большой длины, что обеспечивают защищенность от летающих противников. В остальном его защита оставляет желать лучшего. Ну, главное, что против летающих защищает. Так, ну что, возвращаемся на карту. Карта-то хоть большая тут? Ну, тут очень много тумана. Ладно, давай сюда зайдем. Уровень 2. Солнечная полянка. Начать. Вынужден сообщить, надвигается еще один отряд противника, но сейчас его сдерживает наш авангард. О, святая муравьиха, что же творится вокруг? Да, капрал, мир изменится после падения волшебного дерева. Весь лес под угрозой, но самое страшное еще впереди. Эффективнее всего строить башни на поворотах. В этом случае враги будут дольше входить в зоне... Ага, понял. Король, нашим инженерам удалось восстановить часть технологий. Это потрясающая новость. Посмотрим, как жукам понравится наша знаменитая каплеслизевая пушка. Стреляет жидкой липкой слизью. Необычная башня, которая существенно замедляет врага, не нанося, однако, никакого повреждения. Не реагирует на летающие цели. А вот это плохо. Это, ребята, плохо, что она... Она просто замедляет. Ладно, пускай замедляет. А мы тогда под шумок будем их тут расстреливать, верно? Верно. Блин, не хватает. Все, начинаем. Сколько волн? Дофигища тут волн. Блин. Я не погорячился ли так поставить-то все? Давай-ка ускоримся пока. Что-то я не вижу, чтобы она замедляла что-то. Ой-ой-ой, с другой стороны пошли. Такс, теперь надо нам вот так вот сделать. Вызывай следующую волну.
бегут таракашки. А, замедляется, вижу. Я заметил, ребят, замедление есть. Я уже думал, что нифига, оно не работает. Все пучком, все нормально работает. Есть контакт. А это что еще за мелкий хмырь? Что это за паучок бежит, смотрите. Ой. Он не один там. Так, я сюда еще, наверное, пушку поставлю. Тихо, что так быстро-то все? Ну ты видишь, да, на них отмечается вот это замедление. Прям видно, что оно указывает, что жук идет медленно. Фиг вы пройдете. Какая дотошная, ребята, музыка. Давай следующую волну. Так, 82. Я вот так, наверное, сделаю. Опа, это новый вид. Есть, нифига себе. Чуть не сфылились, друзья, я вам скажу. Слушай, замедлях отличная штука, блин. Но, может быть, еще где-то тут 80 стоит. Мне не по карману. Пока. Пока мне это не по карману. Че, у вас так дофига-то идет? Эй, ребята, замедляемся. Есть. Мы можем успеть построить. Давай вот эту, наверное, поставлю. Слушай, мне кажется, эти башни должны будут как-то улучшаться в дальнейшем. 100% тебе говорю, что должны будут они как-то улучшаться. Пока я могу только их разбирать. Блин, бедные муравьишки, а? Атака на них идет по полной программе. Опять комар летает. Слушай, очень хорошо идет замедление, на самом деле, ребят. Очень хорошо. Так, здесь я поставлю вот эту вот. А здесь все-таки замедляху. Зачем замедляху послал там? Блин, ума не приложу. Это что за такие жучки, которых уже так просто не подбить? Перещелкали, да? Перещелкали. Ты посмотри, сколько их там ползет. Просто полюбуйся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ребята, кромсаем. Сейчас будут в ворота бомбить. Трындец, ребята, колбасит ворота. Так, надо как-то пушки нам улучшать. Это уже не дело, ребят. Ну что это такое, блин? Да, моя музыка любимая исчезла. Не, ведь не пройдут. Нет, конечно же, куда им пройти. Так, это была, ребят, последняя волна. Эх, муравьишка, ты мой суперский. Конечно, мы суперски прошли. Все у нас суперски получилось. Мы двигаемся дальше. Так, ну-ка дай-ка я зайду сюда. Гляну, может, какие-то есть. Магазин. Так, все за деньги, да? Все за деньги, ребята. Король. Слушай, а короля тоже, оказывается, можно прокачать. Солдатский меч, сильно заточенные лезвия и накладной на черенке. Улучшил я его, короче. Короля нашего. Я тут такие эти баррикады прям целые. Так, три кристалла. По-моему, ребята, пушки будут только вот такие вот. Единственное, что они будут у нас улучшаться. Дальность 15%, скорость, стрельность. Длительное замедление на 20% дольше идет. А вот это скорострельность. Купим. Все, ребят, готов. Ну что, идем дальше.
Уровень третий. Спуск к ручью. Начать. Ваше Величество, смотрите. Что это там в небе? Оно приближается? Зенитные башни и катапульты к бою. На горизонте пчелиный рой. Ой, ядрёна вошь. Не забывайте, что самое эффективное оружие на поле боя — это храбрость и мужество. Подсказка. Рогатка — это метательное оружие, поражающее своим снарядом сразу несколько врагов на большом расстоянии. Ее главный минус — большая мертвая зона, из-за которой она не может стрелять по целям, находящимся вблизи ее. Да? Твою же дивизию. Вот откуда они пойдут? Вот я не знаю, откуда они побегут, поэтому я вот так вот сделаю. Ладно, давай смотреть. Я понимаю, откуда они пойдут, но в каком направлении? Вот чего я не знаю. Почему у тебя такая... слепая зона у нее. Большая зона, ребята, действительно. Так, ну я надеюсь, королик-то наш не фуфулыжница полная. Давай, давай, музыка, не исчезай, пожалуйста, ты мне очень нравишься. Так, этих муравьишек мы легко разбираем. Давай-ка я ускорюсь, наверное. Твою! Так, подожди, нет, какая пауза твою налево, паузу еще тут не ставит. Ребята, мне даже нечего сделать. Они траву сейчас прожрут. Так, бедный мой король. Ну слушай, ну он неплохо защищается, кстати. Зашибись, блин, тут муравьи. Кто тут на нас только не прет? Так вот я сделаю. Муравьев этих, ага. Молодец. Не зря я нашему королю мечик подзаточил. Все великолепно. Следующая волна. Так, здесь, наверное, мы поставим, знаешь что? Она в замедлях не работает, да? Блин, фиг с ним. Видишь, рогатка, она не может бить по воздушным целям. Она бьет чисто по наземным. Сейчас посмотрим. Ну, мы должны, по идее, здесь их расколбасить. Да, замедляха не работает на пчел, к сожалению. Как бы я и хотел бы, но, видишь, не выходит. О, муравьишки мои, давай наяривай. Есть. Шикарно. Следующая волна, ребята. Еще две волны впереди нас. Впереди нас ожидает, я имею в виду. Так, они разделились, букахи эти. Блин, ну вот это вот, конечно, рогатка, она очень здорово бьет. Но медленная, медленная, твою же налево. Это как бы, блин, недостаток. Причем существенный. Мне кажется, вот эти вот автоматики, пулеметики, да? Мне кажется, они лучше всего. Надо будет скорострельность прокачать все-таки потом. Эй, вы отвлеклись, король. Король в опасности. Король, говорю. Твою, блин. Король, бедолага. Что-то он какой-то... Он ослаб. Почему не король ослаб? Почему он так дерется фиговенько? Ой, у меня уже сколько... Ё-моё, давай я, конечно... Ну и что ты поставил, Рей? Ну ты молодец, блин. Расстреливаем, давай, ребята. Блин, еще две волны впереди, я офигею. Я на этой волне почти сфейлился, блин. Сотка, 60, 80. 80 это замедляха. Не надо тут подлагивать, пожалуйста. Я, наверное, сюда поставлю...
Я не знаю, что сюда поставлю. Вот это вот. Пускай стоит, ребят. Фух. Так, следующую волну может позвать сразу же, а? Я сразу позвал следующую волну и... Зачем рогатка, когда жуки летят, блин? Есть. Ё-моё, рогаток-то навтыкал. Нафига они тут нужны, блин? Вот что здесь нужно. Пулеметы, пулеметики нам нужны. Это даже не, это не пчелы, ребята. Это осы или шершни даже, посмотри. Здоровые, с хвостами. Так, я, наверное, сюда еще одну поставлю. Фигушки они тут пролетят мимо. А вот это какая-то жесткая, ты посмотри. Есть, король ее бомбанул. Отлично. А вот тут нормально. Блин, ну, наверное, на 3 звездочки не получится, да, ребят? Ну-ка посмотрим. 2 звезды только лишь. Потому что король получил урон, понимаешь, в чем дело? Вот так вот. Что у нас там есть в магазине? Давай-ка я зайду и гляну. Так, у нас с тобой 80 монет. 80 монет нам хватит? Ага, 3 самоцвета еще. Здесь у нас дальность идет. Дальность. Здесь у нас идет возврат 90. Нет, при продаже пушки, ну это фигня какая-то полная. Мертвая зона 20%. Вот это вот, наверное, я куплю. Хотя... А, скорострельность есть, повреждение 10%. Давай тогда вот это вот возьмем. Все, отлично. Так, денег, денег. Денег маловато, денег маловато. А как вот это вот, например, ребята? А, после 5 уровня будет доступно. Тут какие-то будут скиллы у нас, скорее всего. Ну вот. Ну что, ребята, давайте, наверное, на сегодня мы с вами закончим. Пишите в комментариях, как вам эта игра, понравилась или нет. И если да, обязательно продолжим в нее играть. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.